Всем привет, с вами Кракен. Сегодня я буду обозревать вот эту игру по названием MC Osu. Это та же самая Osu, только ее добавили в Steam. Да, но сейчас я вам скажу основной прикол этого ролика, как бы Osu. MC Osu, точнее говоря. Ну, это то же самое, что и обычный Osu. Его добавили как VR. То есть, это виртуальная реальность. То есть... Вот эти шлемы, которые сейчас порабощают весь мир, в него добавили вот эту игру. Блин, это классно, я не знаю. Блин, это вообще супер. Но у меня шлема виртуальной реальности нет, поэтому сегодня будем обозревать, так скажем, ПК-шную версию. Единственное, что здесь самое крутое, что мне понравилось, это можно не скачивать новые карты, то есть можно... ввести путь к папке с Osu, вот сюда вот, все ваши карты будут в этой игре. Итак, давайте зайдем, посмотрим, что за игра, собственно говоря. Ну, давайте. Так, зайдем в моды. Здесь абсолютно все другое, скин поменяли. Вообще, вот прям вот поменяли. Вот, здесь можно настраивать КС. Все, что можно, все, что хотите, то и настраивайте. Вот. И, в принципе, здесь поставили новый скин. А, еще хотел кое-что заметить. Здесь FPS больше, чем в обычной Osu. То есть, здесь вообще ничего не лагает. Не знаю, в новом скине мне эти звуки нравятся. В принципе, можно использовать эту стимовскую версию для того, чтобы просто потренироваться. Но, не знаю, в обычной, в принципе, есть no-fail, чтобы попытаться пройти как-то дальше. Но здесь, смотрите, тут как бы... не... нет шкалы с уровнем жизни. Почему бы и нет, да? Ребят, ну, в общем, я не знаю, что здесь больше обозревать. В принципе, здесь есть рандом, который абсолютно быстро рандомит. То есть не прокручивает, нет анимации прокрутки, просто рандомит. Вот, собственно говоря, тут больше нечего обозревать. Ну, что тут, настройки и все, в принципе. Но давайте я вам все-таки покажу, как это выглядит с шлемом виртуальной реальности. Я просто стырил какой-то ролик из Ютуба и вставил сюда, и теперь все думают, что... это я купил себе шлем виртуальной реальности. В общем, смотрите и наслаждайтесь.